В столичном театре «Нации» открылся цикл вечеров под названием «Наше все». Этот новый проект состоит из 4 вечеров, посвященных русской литературе. На малой сцене театра будут звучать произведения Чехова, Бабеля, Толстого, Лескова. Стихи русских классиков читает авангард Леонтьев. Еще там есть 4 будки, при них 2 будочника есть, по форме отдают вам честь и смелым 2 раза в сутки. Там здание главное, острог. Короче, славный городок. Склонением легким. Первому поэтическому вечеру авангард Леонтьев дал название «Русская ироническая поэма». Программу он составил из произведений Михаила Лермонтова, Алексея Толстого, Давида Самойлова, авторов которых, как считает артист, умели иронично и тонко подметить вечные российские казусы и странности, помножить смешное на грустное. Название цикла «Наше все» отсылает, как несложно догадаться, к статье Аполлона Григорьева. Но только в проекте «Театра нации» имен предполагается гораздо больше. Мы имеем в виду в этом проекте, что будет звучать не только Пушкин, и о Пушкине будем говорить, а будут звучать классики российской литературы. И 19 и 20 века, которые тоже наше все. Это наш золотой запас, причем неиссякаемый.